Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might. С вами Стафи, сегодня я буду играть в МТА на сервере Титан РПГ. Я уже переснимаю второй раз, потому что то места нету, то у меня еще чем-нибудь. И, короче, это видео будет короткое, ну, не короткое, но нормально, короче. В этом видео я хотел бы... Мне надо съездить один раз, я бы хотел на новую машину, которую вы узнаете позже, которую я купил. За которую я, это как его продал Nissan GT-R, какие я машины купил. Короче, вы это потом узнаете. Ну а сегодня я буду на одну из этих машин ставить диски. Да. И, конечно же, получать штрафы. Да. Ну, я верну через раз, два, три, когда я уже приеду. Раз, два, три. Да-да-да, я смотрю. И вот, ребятки, я уже подъезжаю к этому месту. И вот я уже беру этот чекпоинт. Ну, заканчиваю работу. И бамс. Я закончу. И у меня и на счету 400... Ну, короче, 400 тысяч. И я вот какие машины купил. У меня та же осталась BMW X5 M и Audi R8. И я купил Запорожец. То есть я тройку свою продал, и за место тройки я купил запор. Ну, Запорожье. Сейчас я поеду ставить на мою Audi R8 диски. Да. И напишите в комментариях, как же вам этот цвет, который у меня стоит на этой Audi. Да. Пишите в комментариях, как он вам. Если вам он понравится, то пишите класс цвет. Хэштег класс цвет. Если вам не нравится, то пишите, какой цвет я мне написать. На каком видео будет больше лайков или комментариев, или очень много таких комментариев, то я ставлю себе на нее такой цвет. Да. Так, а пока что я еду, ну а когда я приеду, я уже вам все покажу. Ну а я вернусь через раз, два, три. Итак, ребят, вот я уже приехал, и я буду себе ставить тут диски. Какие-нибудь дешевенькие, потому что... Мне тогда погляделись вот эти диски, ну я посмотрел сейчас на их цены, ну-ка, это... Не знаю, это вообще на все... Ну, не прикольно, да. Давайте, не знаю, вот эти, 13. 13. И задние надо тоже поставить 13. Вот, как-то вот так вот уже получается. Давай, радиус, не знаю, какие-то. Я хочу вот, чтобы вот так было. Ширина, не знаю, вот так до конца. Немножко вот так вот, чтобы было. И вот так вот, чтобы было. Теперь передняя ширина назад, развал немножко вот так, вылет до конца, вот, я хочу вот такую, так, ну, по идее, должно быть круто, ну-ка, оплатить, мне не хватает, ясно. Мне, короче, ребятки, не хватает. А, ну да, мне не хватает. Вот эти? То, не. Надо какие-то такие, чтобы мне хватило. Это стандартные. Может, сегодня... Давайте мы сегодня, короче, купим. 13-е только передние, а задние мы купим. В следующем ролике, когда я уже заработаю. Вот. Цвет я поставлю черный. Оплатить. Вот, короче, у меня пока вот так вот будет. Такая вот машина пока. Надеюсь, вам понравится. Как вам она? Пишите в комментариях. Вот. И пишите, сделать мне первоначальные колеса или нет. Потому что как-то она мне не нравится.
9. Ну, короче, пишите, как она вам, в комментариях. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем до свидания, всем пока. С вами был Стаффи. До новых встреч. Итак, ребята, хотел немножко вам сказать о моей жизни, да. Почему я так давно не снимаю видео и почему... Ну да, почему у некоторых на некоторых каналах как бы есть видео со мной, но на моем канале таких видео нету, и я вам скажу, их больше не будет. Только с одним человеком, да, только с одним. Но это еще не точно, если... Ну, я вам сейчас расскажу, если это случится, то будут. Короче, я... Почему не будет видео? Учеба. Да, у меня учеба, тренировки, мне даже вот сейчас скоро на тренировки идти, вот прямо сейчас. Да ведь? Нет, мне еще не сколько. Мне еще часок можно. Вот такие дела. Теперь почему с некоторыми я не буду снимать? То есть с одним человеком. Этот человек называется Кирилл Нормал. Его настоящее имя, ну, сам по нику понятно. Ну, да, вот так вот. Хотя, почему я с ним не буду снимать? Как бы мы играли в CSGO, потому что будет видео с CSGO, когда будет, ну, это будет уже в сентябре. Потому что в сентябре я куплю себе новый комп, потому что там... Произошло, ну, что я не поеду на море, но я хочу съездить на море и показать вам видео с GoPro, только я не буду показывать своего лица, буду показывать свое лицо, только, например, если 100 подписчиков набирайте, нет, вы должны набрать 1000 подписчиков, я покажу свое лицо, или вы будете набирать 100 подписчиков, и я снимаю на море видео, и если вы на нем наберете 50 лайков, то я тоже покажу лицо. Так, почему же я не буду с Кириллом Нормал? Из-за того, что как бы мы играли в CSGO, да, и был такой момент, что мы поссорились. Я ему как бы говорил, что нет, ну, типа, мы поссорились, я ему там одного сказал, короче. Ну, короче, мы поссорились. Потом, через несколько дней, я ему пишу. Типа, прости меня, я пошутил. И он сказал мне просто, мне не до шуток, да, и все. И что мне не до шуток, поэтому я ему просто такой... Хотел я ему тоже сделать рекламу с его канала, но такие вот дела. Ну, может, если он меня все-таки простит, то простит. Если нет, то нет. Вот все, что я вам хотела это сказать. Это вошло у меня в 3 минуты. Так уж, давайте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.